Добрый день! И вновь с вами проект «Великий и могучий» – проект о русском языке с региональным акцентом. Русский язык удивительный. Мы можем очень долго вести разговор на самые разные темы и при этом даже не назвать свое имя собеседнику. Для того, чтобы понять друг друга, участникам беседы бывает достаточно личных местоимений «я» и «ты» или вежливое вы, когда нужно обратиться к человеку, старше себя, или происходит деловая беседа. Но при знакомстве хочется рассказать о себе как можно больше. В первую очередь назвать свое имя. Это сделать очень просто. Сказать ⁇ Здравствуйте, привет, добрый день ⁇ Я, Ольга. И назвать свое имя. Иногда можно обойти себе слово ⁇ я ⁇ Достаточно жеста и своего имени. Вспомним повесть Альберта Лиханова «Деревянные кони». Вот сцена, где главный герой Коля знакомится с новым другом Васей. Отрывок на экране. Он снял сапог с тобиковой будки, шагнул ко мне так, что от него табачным духом подуло, и сказал басом «Здорово!» и представился, протягивая руку. «Василий Иванович!» А вот представляется сам Коля. «Вот что, паренек!» «Как тебя?» – сказал милиционер. «Колька!» – ответил я, крепясь. Чаще всего при знакомстве нас спрашивают, как тебя зовут. Тогда имя становится ответом на вопрос. «Как тебя зовут?» «Иван». На этот вопрос можно ответить и более полно. «Меня зовут Иван». «Мое имя?» «Иван». «Зовите меня Ваней», Можете рассказать новому другу про свой возраст. Меня зовут Иван, мне 18 лет. А еще дополнить свой рассказ о себе фактами о том, где вы живете и чем занимаетесь. Привет, меня зовут Иван, мне 18 лет. Я студент. Я изучаю физику и живу в Москве. Сейчас я приехал в Киров к своим бабушке и дедушке. Кстати, о гостях. Киров – очень гостеприимный город. Через него проходит Транссибирская магистраль – самая протяженная железнодорожная магистраль на планете. Ежедневно через Киров проходят десятки поездов. А мы сейчас на площади перед железнодорожным вокзалом провожаем и встречаем гостей нашего города. Давайте вспомним кикиморские сказки Натальи Русиновой. Мы уже читали забавные истории про кикимор, которые живут в реке Вятки. Вот история их знакомства с обычным мальчиком, который решил их разыграть и притворился кикиморой. «О!» – замирая, сказали они. «Вот эта кикимора к нам в гости пришла! Ну, уродилась так уродилась! А рот-то у нее, как у крокодила!» А лапы-то лапы! Сто второго размера! А синяк где набила? Кивали они на лейкопластырь. Об дерево лбом стукнулась. А звать тебя как? А живешь ты где, тута или не тута? -то Толкаясь, обступали они его со всех сторон. Не тута! – растерялся он. Не тута ее зовут! – закричали задние, те, кто ничего не слышал. Пойдем, не тута, с нами по заборам скакать! И побежали вверх по улице. Подведем итог. Чтобы знакомство состоялось, нужно ответить на основные вопросы. Как тебя, вас зовут, сколько тебе, вам лет, откуда ты или вы, где ты живешь, вы живете, чем ты занимаешься, вы занимаетесь, о чем ты мечтаешь, вы мечтаете. Местоимение ⁇ вы ⁇ в данном случае ⁇ это вежливая форма поэтому он пишется за заглавной буквы. А теперь домашнее задание. Используя эти шаблоны, запишите небольшой видеоролик о себе. Меня зовут. Мне лет. Я живу в. Я учусь в школе, я студент, я работаю. Я мечтаю приехать в Россию и побывать в Кирове. Пришлите нам на электронную почту этот видеоролик. Нам будет очень приятно познакомиться с вами. И не забывайте про наши хэштеги. Великий и могучий РФ, Великий и могучий Вятка, High and Mighty. За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн формате и сообщение с пояснением по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. До новых встреч!